Остров Пакс. У него есть несколько бухт. Северная часть острова вмещает на оконечности одну бухту и чуть дальше. Вот это местечко второй бухты. Дальше у нас идет прямо по курсу еще небольшое городишко. Это как раз-таки вход в наиболее защищенную часть. Судя по всему, там есть возможность стоять у стенки, есть возможность заправить воды, взять электричество, но об этом поподробнее, когда будем на месте. И, соответственно, есть южная часть острова, она тоже обособлена всевозможными островками, полуостровами и бухтой, где, возможно, стоять приятно на якоре будет. Ну вот вход на Паксе с дистанции 1,5 мили. Здесь мы с вами видим остров и второй остров. Вот между двумя островами есть интересный пролив. И как раз в этом проливе обозначено несколько стоянок, вплоть до якорных. Вот сейчас мы туда заходим и будем все исследовать. На острове маленьком, слева которой стоит церковь. То, что видно. Справа лес. И наверху в горе распространяется город. Или деревня. Ну что же, вход на Паксе достаточно интересный. И когда заходишь, есть обманное ощущение, что нужно идти туда, а там непонятный волнолом. На самом деле туда идти не надо, нужно идти правее. Вот там, где стоит корабель, там заправка. И, в общем-то, нужно нырнуть направо. Да? То есть, когда мы идем с северной стороны, это не очевидно. С юга, скорее всего, это будет просматриваться. Поэтому очень внимательно обращайте на эти детали внимание. На Паксе установлены такие тумбы, в которых есть вода и электричество. И надо вставлять карточку и, соответственно, выбирать свой номер и оттуда получать воду с электричеством. Ну вот, соответственно, если пройти от бухты, которая ведет в центральный город Пакси, буквально вдоль бережка, вот уже за этим поворотом мы будем наблюдать якорную стоянку. Сейчас мы ее с вами исследуем. Как там? Что там за дно? И как там держит якорь? Здесь якорь нельзя класть. Идем в другое место. Здесь неприятно.